привет! Сегодня у меня рецепт для любителей остренького. Сегодня замариную перцы с чесноком. Рецепт очень простой, не составляет труда никакого. Приступим. Берем банку, у меня 200 миллилитров. Укладываем перцы. Также в банку уложим чеснок. Также следует заполнить другую банку. И также чеснок сверху уложим. Теперь добавим по 2 чайные ложки сахара. И теперь все это зальем 9% яблочным уксусом. Закрутим все крышками. Баночки немножко взболтаем, чтобы сахар у нас растворился. Все взболтали немного, сахар растворился полностью. Теперь вот в таком виде мы убираем в холодильник, и через 2-3 недели его можно уже есть. Перец получается очень-очень вкусным, пикантным таким. Готовьте на здоровье, кто любит острое. Хранится этот перец очень-очень долго, но особо у нас он не задерживается. Готовьте, друзья. Всем приятного аппетита, кто ест. Берегите себя. До скорых встреч. Пока-пока. Приятного аппетита. Пока.